Короче, ребят, пишите все девчонки всего мира. Все девчонки. Так. Он пристает, девчонки. Я только начал. Только начал про девчонок говорить. Сразу появляется Валя. Ужасный. Ребята, простите, что я вас оставила с этим деспотом, тираном и узурпатором на это время. Мне нужно было отойти. Потому что, мне кажется, я выпила очень много воды. Прям очень много воды. Что я вам хотела бы... Я хотела вам показать. Я хотела вам показать свой новенький телефончик, на который ведется весь мой клип. Посмотрите на него. И да, вы посмотрите, это новый Samsung. И он складывается. Samsung Flip. Понимаете? Знаете, чем он хорош? Тем, что теперь моя мечта сбылась. Я могу, как в 90-е, вот знаете, были вот эти огромные телефоны-раскладушки. Теперь, когда мне Заир звонит и наезжает на меня, я могу просто так сделать и сказать: да, все, разговор окончен, пока. И... Валь, тебе сейчас вся твоя аудитория начнет меня херачить, то, что я там на тебя наезжаю. Я не наезжаю на нее никогда. Я вообще никогда ее не трогаю. Чего постоянно тебя... Сегодня день наоборот, что ли? Я не понимаю. Мы забыли, ты красивая, ты хорошая. Так. Чё, мы доделываемся еще? Мы еще доделываемся. Ой, смотри, комментарии. Валя, смотри, что он опять выложил. Зверь, это обязательно было сейчас делать? Ты тебе просто показал. Тебе всегда все просто. Валя! Здорово! Ой, привет, мой хороший, привет! Ну чё? У нас почти все готово, минут каких-то, ну, наверное, 20. Давай. Ребят, у нас готовность примерная... Да, я. Сейчас, да, секунду. Мне нужно кое-что очень важное объяснить. Ребят, это Валя, минутная готовность на все про все. Все. Минутная готовность, правильно? Да. А как понять? Подожди. Да, минута на все, ребят. Все хорошо будет. Подожди, но мы же не готовы. Ты что, зачем ты? Будет все хорошо. Да, Валь, все подожди, хорошо. Подожди, да, ребят, уже начинаем. Ребят, начинаем. Ребята, музыку. Подождите. Давайте. Все. Погнали. А чего уже ждать? Будешь по-быстрому. Все как всегда будет круто. Все как всегда будет круто. У нас всегда все круто. Музыку. Это Валя, включайте музыку. Погнали!
карнавал. Прячешь себя под маской. Почему я так часто это слышу? Сними маску, сними маску, сними маску, сними маску, сними маску. Ребята, и если бы не вы, это не моя заслуга, это не моя заслуга. Если бы кого-то из вас сегодня не было, ничего не получилось бы, это вы.